сейчас идем с папой ходить. Да, я снова стараюсь это делать ежедневно, так что надеюсь на скорое улучшение состояния спины. Вот, Машулька остается дома. Ну, там на самом деле довольно грязно, там довольно сыро для гуляния. Плюс Маша рассчитывала, что приедет еще подружка, но у них не совпали каникулы, к сожалению. Так что да, она у меня дома, она собирает там свою мозаику из кристалликов, забыла, алмазная мозаика. Вот, она у меня читает. Ну, в общем, такой отдых и расслабон после школы. Ей очень хотелось выспаться, вот это она точно исполнила. Чего? Че нашла? Это чё? Это чё? Это чё? Ну, это формулы. Большая Что? школьная энциклопедия. Причем это второй том, Маш. Я знаю, но там было только... В первом было только история и литра, и их не особо было. А здесь уже что, математика пошла? Здесь математика и физика какая-то. Чё это? 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 Учись! Учись! Я вообще тут ничего не понимаю. Смысл? Смысл, чтобы узнать новое. Дача потихонечку просыпается. Столько новых домов, кстати, я увидела. Мне кажется, в этом году их как-то прям очень много. Один дом продали, и сейчас его собираются достраивать. Еще один, который старенький был, я даже его помню, его сломали. И там сейчас пока пусто, но явно будут строить. Потом еще один дом построили, видимо, за то время, пока меня тут не было. Обновляется поселок. Было бы, конечно, еще круто, если бы как-то, я не знаю, власть в поселке обновилась тоже. Слепая, поэтому операция «Ы». Операция «Ай». Ой. Ой. Вот так и живем, дочь. Я мамкой. Иглы мне под ногти загоняют. Ежедневная процедура? Да. Скоро будет вообще ежедневная. Чтоб не расслаблялся, да? Да. Правильно. Должна же я как-то на нем отыграться. И не говорит самое главное, что сказать, что выдать. Я выдам. Если вспомню. Достала? Да, чуть не загнала себе под ноготь. Все, теперь обрабатывай пивом. Внутривенно. Коньяком. Могу тебе внутримышечно сделать, хочешь? Да коньяку нет. Еще коньяк на твой палец тратить. Нету коньяку. Пиво есть. Ну, это игрушечная лента, Машуль. Не знаю. Нам с тобой собираться надо. Мы с тобой сегодня в 3 часа выезжаем. Даже можно чуть пораньше. Почему 3? Потому что нам нужно успеть на гимнастику. И завтра еще успеть в школу. Угу. У тебя дома есть настоящая лента. Ты ей не пользуешься. Так она куда-то завалялась, я ее доставать буду. Она никуда не завалялась. Она у тебя лежит в шкафу. Ярко-красная лента. Настоящая гимнастическая. На замке. На замке? На замке, да. На замке? Ну да, там такой замочек специальный от палки, который крепится к ленте. Лента на замке. Так, котик, достань, пожалуйста, собери гимнастику на понедельник, ладно? А вот обруч только с собой не смогу взять, потому что он в Москве. Обруч в багажнике! Помнишь, ты меня спрашивала, зачем ты с собой обруч берешь? Вот как раз для таких целей. Обруч лежит в багажнике, сможешь. Угу. Приготовь одежду, ладно? Только одежду. Одежду, воду. Надо сходить к колодезной водички набрать. Угу. Хорошо? Угу. Отлично. Мы уже выезжаем, у нас сегодня гимнастика. И еще, да, как я и говорила, у нас дела. Потом мы опять приедем сюда, так что мы ненадолго. Так, тяжелый рюкзачок. Маська там стоит. Так, Маш, подержи, пожалуйста, дверь. Подержу. Ага, сумки. Мизинчиком, кончиком. Ну, да. Пойдем. Ага. Все, спасибо. Открывай дверь следующую. Следующую, значит, это надо закрыть. Угу. Все, я, по-моему... А, я куртку же еще брала. Надо куртку еще взять мою. Ага. Сейчас. Поговорить. Мы остановились покушать. У нас тут
Если тебя настигнет научное преодоление, Ньютона, например, настигнут под яблоки, Архимеду. Обязательно один здесь занимается. Если заведение против создания единого... Мы перекусили немножко и сейчас на гимнастику поедем. Ты не голодная? Нет. Ой, так классно. У нас сегодня на улице так тепло. Такое солнышко, красота просто. Стоим тут возле Мака на Ярославском шоссе. Просто погода, огонь. Красота. Ну ладно. Сейчас еще до гимнастики нужно будет заехать в Wildberries. Я там кое-что заказала, там в том числе Маше костюм ярко-ярко-розового цвета. Сейчас же модно вот эти вот все цвета, да, ярко-розовый, там зеленый, то все. Вот, и себе тоже заказала костюм, но, правда, не розовый, не знаю, что-то мне вообще не хотелось. Заказала себе такой тоже ядрено-зеленый. Ну, посмотрим, какой он будет. Ядрено-зеленый и желтый. Будет классно ходить в них. Я уже сейчас в этом костюме выхожу на улицу, и в нем вообще не холодно. То есть чувствуешь себя абсолютно комфортно. У нас сейчас сколько градусов? А, 10 градусов машина пишет. Но мне кажется, на улице больше, особенно на солнце. О, такой пакетище разноцветный. Ладно, сейчас Машу отправим на гимнастику, и я потом посмотрю, разверну, что там, как там. Так. Так, Машулька пошла уже на гимнастику, а я решила разобрать покупки. Да, на заднем сиденье, конечно, делать это вообще будет ни разу неудобно. Ну ладно. Так, сейчас башмаки снимем, а то они мешаются. Ой, один башмак, второй ставим. Так, сейчас посмотрим, что у нас. Первый у нас костюм утепленный, зимний. Ну, я так понимаю, он практически такой же, как этот, только цвет у него ярко-ярко-зеленый. Мерить, конечно, я здесь не буду, это здесь будет очень неудобно. Вот, так что, да, померяю я дома, но так хочу посмотреть хотя бы на качество. Да, он с начесом, причем с таким приличным начесом. Я думаю, что он не только будет зимний, в нем еще можно будет ходить, например, весной и летом вечером. Поздней весной вечером и летом вечером тоже. Потому что иногда бывает холодно. Все-таки у нас не юг, у нас Москва, Подмосковье. Так, ну вообще, я так смотрю, мне прикольно, прикольно, нравится. У меня были большие сомнения по поводу желтого костюма, потому что он без начеса, он тоненький, и мне не хотелось, чтобы он смотрелся на меня как тряпка. То есть, если толстый костюм, он еще хоть как-то держит, я не знаю, объем и форму, то я боялась, что костюм без начеса не будет держать форму, не будет держать хоть какой-то вид. Так, сейчас посмотрим. Да. Желтый тоже ярко-ярко. Кстати, в описании было написано лимонный, но он скорее не лимонный, он скорее... Может, цвет так падает, я не знаю. Короче, он скорее обычный желтый, просто желтый. Просто яркий, чистый желтый цвет. Сейчас поглядим на него. Тоже по качеству. Мерить я, конечно, тоже не буду. Зеленый мне костюм достался за 2300. Сразу просто цены говорю, примерные, да? А желтый костюм без начеса достался мне за 1900. Я не смогла пройти мимо, думаю, 1900. Ну, правда, за костюм. Они обычно от 3000 где-то. Так. Ну, так по качеству вроде клевый тоже. Да, если там была такая толстая байка, то здесь футер, как его называют сейчас в данный момент, да? Короче, просто плотный-плотный хлопок. И тот, кстати, костюм в составе хлопок имеет. Мне нравится пока и тот, и тот. И резиночка у них так хорошо пришита. Классно. Так, все, мерить буду дома. Самый цвет электрик, самый яркий здесь костюм для Маши. Он оказался просто вырви глаз розовым. Я думала, что он просто будет ярко-розовый. Но нет, он вырви глаз. А, какой цвет. Так, вот с Машиным костюмом я переживаю за размер, потому что были сообщения в отзывах, что размер оказался слишком велик и перезаказывали на более маленький, но у меня есть большая надежда на то, что Маша у меня, она довольно длинноногая.
Это не в качестве комплимента, это как есть на самом деле. То есть, когда мы ей покупаем одежду, она у меня ростом 134, я ее когда мерила, но при покупке одежды верх 134 или 128, а ноги всегда от 140. Потому что иначе, если размер 134, то ей либо только-только, либо коротко. Так что я поэтому побоялась взять ее размер костюм 134, потому что боялась, что будут короткие ноги. Интересно, он очень плотный. Он очень плотный, мне кажется, он плотнее даже, чем взрослый. Но я тоже рассчитывала, что она в нем будет, например, там на даче вечером бегать с друзьями. Ой-ой-ой, вообще, слушайте, он такой плотный. Вот штаны. Я боюсь, что они ей будут короткие. Блин. А, еще писали тоже в сообщениях, почему я все-таки взяла его. Писали, что резинка на худых. Девчонки, которые в него влезали нормального телосложения, говорили, что резинка очень сильно давит. Еще поэтому взяла его, потому что на нее трудно найти брюки. Ну, сами знаете, да? Я уже много раз жаловалась на это и говорила. Слушайте, он такой объемный, он теплющий. Обалдеть. Все ссылки оставлю и под видео, и постараюсь оставить в первом комментарии, если, конечно, YouTube мне опять все это дело не залочит. Да, может, он мне за ссылки залочил, я не знаю. Наверное, нет, да? Да, он очень теплющий. Это вот на позднюю осень. Короче, были бы не короткие штаны. Надеюсь, не короткие. Но если штаны как раз, практика показывает, то кофта будет ужасно велика. К сожалению, у них нельзя перетасовать. А хотя, может, и нет, смотрите. Может, и ничего. Кофта. Кофта тоже с начесом, такая кенгуруха. Какая фирма? Фирма, я даже не знаю. Я беру их просто по размеру. The White River. Белая река. Что это за фирма? Но прикольно. На ощупь приятный костюмчик. И капюшон у него, да, двойной. То есть здесь не начес, здесь двойной капюшон. Ну, будем надеяться, что все будет как раз. Приедем домой, померяем, и я покажу. И здесь еще я ей заказывала колготки черные, потому что думала на нее начать надевать по весне шорты вельветовые. И оказалось, что у меня под них нету черных плотных колготок. Я лошара. Тогда, когда все выкидывала, видимо, выкинула все плотные черные колготки, а новые не купила. Вот. Купила белые плотные для школы. Так, все, это тоже можно убирать. Все мерить. И колготки. Да, колготки фирмы Арти. Очень нравится, беру регулярно. Они очень долго служат. То есть Маша из них вырастает. Они не рвутся, она из них вырастает. И, кстати, очень долго сохраняют приличное состояние, без там кучи катышек и таких вот еще прелестей. Вот они очень классно тянутся. Ну, колготки понятно. Лишь бы размер был наш. Размер я брала 134-140. То есть это вот только-только-только. Нормально. Супер. Теперь мне очень хочется померить костюмы, но в машине я этого делать не буду. Но очень хочется. Так, все, убираем. Кстати, как вам на новом канале живется? По-моему, прекрасно, отличий никаких, мне кажется. Меня спрашивали в комментариях, не собираюсь ли я, ну там под одним из прошлых видео, не собираюсь ли я сделать, сейчас, секунду, не собираюсь ли я сделать такой же значок на этом канале, как и на старом, и что-то еще. Не собираюсь, не хочу, правда, я не хочу их лишний раз ассоциировать, потому что я толком не знаю, понимаете, из-за чего отключили комментарии, почему, чего, как, но там они отключены, а здесь пока нет, и я боюсь их ассоциировать между собой, потому что я боюсь, что YouTube их ассоциирует, и на этом канале тоже закроют комментарии. Поэтому я даже стараюсь не использовать теги с того канала, то есть вот эти Amore Life. Как-то так. Ой! А
пакеты лопаются. Все. Ну, штаны как раз. Кофта чуть великовата, как и ожидалось. А кофта такое ощущение, что я жирная. Нормально, не жирная ты. Ты уютная. Он так и должен быть. Все отлично. Отлично. Прекрасно. Это складочки есть. Да, есть. Ты их можешь трогать. Все отлично. Снимай, оставляем. Тебе в нем удобно? Да. Уютно? Угу. Ну, если так. Только оттягивать не надо, а так все супер. Это модненько так. Оттягивать? Да. Руки там держать, наверное, модно, но оттягивать его не надо вниз. Ну да, вот только не совсем можно, а вот так вот как-нибудь. Да? Хорошо, ладно. Красиво? Так все равно вот так вот как-нибудь я бы сделала. Он не должен быть таким, Марусь. Только это наоборот хорошо. Угу. Отлично, снимай. Не будем сдавать? Оставим? Там еще какой-то лаймовый и желтый. Да. Снимай. А то ты в нем запаришься. Он очень теплый. Теплый? Теплый. Все, снимай. Уютно.